Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Я первый на крышу, да? Ой, я на коллаж сразу приземлился. Ну, вообще огонь. Здравствуйте. Демир. Он же что-то перезарядил, почему он... А! Я аж подпрыгнул! Я его не видел тут! Я думал, он вообще откуда-то АТО стреляет. Жесть. Жесткий. Капец. Могут все-таки старого запугать еще. 0 бустов, до хрена аптек, неплохо. Вот мне надо сюда, наверное, на этих пойти. Опа, один бежит. Одного убил. Еще один. Но мне тут внутрь вообще нельзя. Здесь у него нет хае. Моя очередь кидать тебе хае. А что, она от крыши куда-то ударилась или что? У, нифига он пикает. Чел. Ага. Сложный бой был, но мы справились. Аккуратненько его под флешечками. Я как-то убил типа под флешками, и он такой, voice chat, дерись нормально. Чё ты как, какие-то флешки, нормально дерись. Блин, для чела, наверное, нормально это типа вот так вот выходить и стрелять просто, чтоб он тебя убил, не используя никаких фишек типа в игре и т.д. и т.п. Мне кажется, минус огромный вот этих прокачанных скинов в том, что они их делают на время. Сейчас реально очень много народу парится насчет того, где бы вот такую эмку Хэллоуин достать. Какие-то аккаунты ищут с этой эмкой и т.д. и т.п. И им бы было проще, если бы эти скины были как-то продавались где-то за что-то. И это же, ну, плюс деньги, наверное. Ванёк 228. Это его машина тут стоит. Ну, тут да, вариант как вариант. Вариант как вариант, неплохо звучит. Вариант как вариант оставить скины и делать новые скины на оружие, на которых нет скинов этих. Тогда, мне кажется, ну, типа, люди сами решат, надо им, не надо. А я не вижу его. Навряд ли по мне попадет. Так, ну мне надо все-таки этого убить. Я хочу Макларен еще забрать. Давай, чел. Да зачем ты машину-то там не руинишь? Я понял, короче, всю фишку. Как и что? Ну все, надо же. Ура! Все хлопаем стоя. Лайки ставим. А был easy fight, да? Ну да, я думаю, что это был easy fight на самом деле. Я даже не вспотел. Видите, у меня лоб сухой. Сухой лоб. Это что тогда значит? А, так он дроп вызвал мне. Это мой подарок. Это мой трофей с него. Я заслужил за все вот эти истязательства. Ну все, я дропчик сейчас залутаю. Че, P90? А давайте возьмем, что нет. Имбаш, говорят.
Имба отдача, имба ТТК, имба скин, имба стример. Неплохо, спасибо. Так, вот он. Да йоу. Что за сено? Она ставили. Че он там, прилег отдохнуть? Прилег отдохнуть, молодой. Ука. Дрил. Лежит, лежит. Так, я на этого хочу, типа. Вот жук. Ну давай, где ты там? А, их тут двое. Ну они убирают оба. Вот же он. Смотрите, прикол. Раз, два, три. Я его специально выманил на улицу, чтобы тут убить. План сработал. Он попал в мои сети, которые я пометил. Все, убиваю этого. А вот и Макатау, блин. Беру топ-1, заливаю, короче, ролик на YouTube. И можно сразу, типа... Убил Макатау в катке. С одного выстрела. Хорош. Красава. Но там какой-то фан. Там какой-то фан. Макатау фан. Делаю в катке по 22 фрага, на YouTube не заливаю. А вот эту я хочу залить. Я ее возьму топ-1 с этим петушком. И залью. Так. Здорово. Кекси ТТВ. Кексик ТТВ. Здорово. Так, ну что, у меня осталось 11 людей в живых. Себя я тоже считаю. Я тоже человек. Но 10 врагов. Вот этого хочу убить. Так, у меня теперь М24 с глушителем, да? Но это меняет дело, мне кажется. Это в корне меняет дело. Теперь будет конкретно залетать. What the fuck? Вы видели, как быстро пули долетели? Это жесть. Моментально просто. Моментально. Ну, это мой фраг, типа, тут, ну, нечего обсуждать. Потом на будке, наверное, тоже мой фраг будет, да? На будке. Это мой 14-й килл. Вот это мой 14-й килл будет. А там... там 15-й. Нужно по порядку идти. Нужно идти по порядку. Он берет баги. Едет через меня. Я его убиваю в этот момент. Я его... Его зона сожрала, нет? Да что ты? По порядку уже не пойдем. Все. Вот сейчас... главное все сделать аккуратно. По красоте. Берем топ-1. И потом смотрим на ютубе и такие: блин, я был на стриме в этот момент. Комменты такие: я в этот момент же на стриме был. Это было так круто. Я увидел это первым. Это топ-1. Я увидел первым. Будете такое писать? Такое будет писать по-любому. Так, ну сейчас зона пойдет. Его будет выжимать.
У него мои патроны на P90, спасибо. У меня они как раз заканчивали. И каска, каска, главное каска, все, отлично. Отлично. Теперь у нас, мы снова заряженные. Мы снова заряженные, ребята. Все, кайф. Уф, пощечка. Все тут у него, все есть. Я думаю, что это должен быть топ-1. Все, ребята, собрались, разобрались. Такое, знаете, типа, изевое начало. Сейчас будет эпический конец. Или кончина. Как правильно сказать? Конец или кончина? Эпичная кончина. Во, просто. Название ролика придумал. Эпичная кончина. Звучит хайпово. Если меня сейчас все убьют, то это будет реально ролик под стать. Название ролику. Опасно, опасно. Они могут быть где угодно, ребята. Где угодно, я могу их просто не увидеть. Мне нужно отыгрывать от краешка. Эти черви эволюционировали. Они ползают сейчас вообще где попало. Где хотят, там и ползают. Но мы-то знаем, что надо делать, да? Это ретрансляция, что ли? Сам ты ретрансляция. Сам ты ретрансляция. Ретрансляция. Обзывается еще. Эпичная кончина должна кончиться эпично. Понимаете? По тактике. Да блин. Хаешки какие-то взрываются, все там. Владимир. Эпичная кончина. У меня 5 хае. Че, со снайпы его ёжнем? Пау. Пау. Так, все, это отмена, отмена, отмена. Я его просто не вижу. Сковородку держи. 360 разворот и убиваю. Видали? Как могу. Вот такой. Пошла, 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 жара, пошла. Сюда. Эпичная кончина.